очень прискорбно, потому что этот мальчик – ровесник моего сына. И это несправедливо, когда наши дети умирают, понимаете? Только за то, что они хотят быть правдивыми. Мы сегодня сюда пришли, чтобы быть рядом с мамой, которая потеряла своего сына. Мы скорбим вместе с ней. Вы не представляете, что у нас делается в душе. У людей, они думают, что они этим устрашили нас, пускай не надеются. Ну, еще сплотило больше нас. Потому что, когда погибают наши дети, это невыносимо больно. Вельми трудно за хлопца. Это мог бы быть я. Побачил всех этих людей и зрозумел, что один человек смог заработать столько, сколько не заработало еще все политики разом. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!